Я Софья Анищева, выступала на Сирфлорете, выиграла «Малые езды». Музыка «La La Land» называется, это современная последняя музыка, которая у меня вот в моем кюре. Предыдущий кюр мне как бы показался немножко тяжелый, поэтому оставили предпочтение этой музыке. Летний сезон для нас в этом году очень успешный. Мы выиграли практически все малые езды на чемпионате России, на международных соревнованиях «Максиме», чемпионат Евразии и сейчас Кубок губернатора. Ну, сегодня, конечно, у меня были ошибки, потому что у меня все-таки жеребец, он производитель, немножко был сегодня возбужденный. Ну, в общем-то, он меня всегда как бы не очень хорошо себя ведет, когда рядом кобылы и вообще сильно очень жеребцует. Но сегодня как бы получилось так, что были сбои. Но, тем не менее, нам удалось выиграть.